Почему сегодня сложилась такая ситуация? Ведь вопрос об устройстве мусорных площадок в городе обсуждали даже не неделю, не две. А сегодня так много вопросов. Действительно, мы обсуждали очень долго и много. И нам казалось, что мы обсуждали эти вопросы со всеми заинтересованными гражданами и с нашими жителями. Но, как видим в этой ситуации, что вот данный дом, данная территория не присутствовала. Сегодня они не согласны с этим вопросом, поэтому нужно сделать остановку и понять, действительно ли эта площадка нужна, действительно она ли возможна, и все-таки встретиться и согласовывать с жителями, договариваться во всяком случае.